Все, поехали. Поговорили о том, как все это составлять и как же выводить, да? Перво-наперво мы можем, как мы говорили, без всяких контроллеров, моделей, вывести этот шаблон прямо в роутере. То есть в роутере определить, к примеру, правильно. То есть у нас есть определение в роутере, что у нас есть метод get на URL homepage, и в этой функции замыкания, ну, теоретически, если мы сделаем echo какую-то строчку, мы получим, обратившись на homepage, мы получим эту строчку. Так же само можно вернуть, можно так сказать, вот это view, вот. Я не помню, view надо, не надо. Не, просто view. Да, просто view. View и название там view. Шаблон. Вторым параметром можно указать данные, которые мы туда хотим передать. К примеру, те посты, о которых мы говорили. Вернее, сначала идет название, а потом сами данные. Ну, мы должны где-то взять эти данные, которых у нас нет. А так пока вот так делаем. Собственно, та же логика у контроллера. Мы возвращаем view и название контроллера с какими-то, ой, название шаблона с какими-то данными. Еще что хотел сказать. Варвали можете попробовать. Есть такая командная утилита для командной строки, называется artisan. Она много чего может делать в контексте этого фреймворка, создавать, смотреть какие-то информацию, допустим, список доступных роутов в нашей системе. Ну и очень полезно просто запустить из командной консоли, ну, папки проекта, и увидите список всех команд, что она умеет. Вот так. Для того, чтобы вы понимали, насколько богат функционально фреймворк по этим командам. Ну, а потом уже дальше мы будем какими-то из команд этих пользоваться. Так, чисто для затравочки, чтобы дома посмотреть этот список команд. Да, уж мы любим командную строку, да. Мы должны полюбить ее. Ну да, то есть очень много полезных команд содержит эта утилита Artisan. В следующий раз мы, наверное, начнем уже с моделей, да? Думаю, уже никуда мы не можем спрятаться. Да, то есть контроллер обсудили, шаблоны обсудили, останется в следующий раз модели и как работать с данными, с базой данных, и тогда уже к чему-то серьезному сможем. Это уже очень все серьезно. Приступать. Я имею в виду минимальный набор данных для того, чтобы можно было творить великие дела. Да, великие прикладные штуки. Так, по этому есть вопросы? Кстати, по артисану вы поняли, что мы здесь вот же въезжаем потихоньку. То есть эти команды мы можем выполнять где, скажем, в рамках какой
на локальной машине или на виртуальной машине, как вы считаете, вот эту вот команду надо выполнять? На локальной. Нет. Еще какие-то версии? Ну, в принципе, мы можем на локальной машине выполнять, если у нас, ну, есть PHP. Но ставили виртуальную идею использовать виртуальную машину было в том, чтобы ничего не устанавливать на локальную машину. То есть, да, ну, я видел некоторых установленных PHP, ну, потому что он как бы must-have на нашей кафедре, да? Вот. Но, тем не менее, типа, идея в том, чтобы все делать внутри контейнера, внутри виртуальной машины. Поэтому подключаемся по SSH к виртуальной машине, заходим в командную строку и команды фреймворка, правильно? Да, подключаемся по SSH в папочке homestead от этой, vagrant SSH, и мы уже там. Вот. И наши команды, так как там уже все установлено, да, вот, то там это будет работать. Если оно установлено у нас и на локальной машине, значит у нас тоже будет работать. Но идея больше туда как бы заходить. Ну, к примеру, многие команды требуют там соединения с базой данных. У нас, соответственно, локально не будет, наверное, база данных установлена. Хотя, кто знает. Вот. Но в этом контейнере, в виртуальной машине, она уже предустановлена, эта база данных. Да. Хорошо. По этому вопросу есть маленькая дискуссия для разрядки, для архитектурного мышления. Мы с Алексеем сейчас холивар чуть-чуть попробуем начать. Значит, у нас есть MVC. Да, и M, к которому мы перейдем дальше, работа с данными, да, есть разные подходы к тому, как же с данными работать. Может быть, чуть-чуть разговор абстрактный, потому что мы еще до ORM не дошли, но нужно сказать, что ORM это такой тоже фреймворк для работы с данными, который нам как бы заменяет SQL. Вот, мы как бы вот его натравливаем на такую-то табличку, и у нас полностью как бы работаем с ней в виде класса, в виде объекта класса, да, чтобы не писать SQL запросы. Вот, и вот мы об этом будем говорить в следующий раз. Но вопрос в чем? Одно дело работать просто с табличкой, а другое дело выполнять какие-то сложные запросы, поправки, скидки, насчитывать, рассчитывать и так далее. Где это должно происходить? И вот, есть подход Flat Controller. Есть подход Rich Model. Как правильно, на ваш взгляд, каким путем лучше идти? Вот. И мы попробуем об этом подискутировать и понять, почему где-то есть то, где-то то, и как вообще так жизнь сложилась, что не могут разработчики до сих пор прийти к единому мнению. Ваше мнение. Бизнес-логику. Где писать лучше? В контроллере или в модели? Модель. Почему? Да, это самый интересный вопрос. Ответить-то можно по-разному, но какие аргументы будут, да? Да, аргументы давайте. Ну, не аргументы, догадки, может быть, да. То есть... Догадки и аргументы. Логически. Можем в шаблонах писать бизнес-логику. Это теоретически возможно, мы сегодня об этом говорили. Да, теоретически есть в этом блейде директива собачка PHP, между которой можно полностью написать PHP-код. То есть кусок PHP-кода. То есть они разрешают это делать. Я бы не разрешал, потому что если дозволишь кому-то, он будет. Почему... не в шаблонах, почему в контроллерах или почему в модели бизнес-логику? Такие реально активные. Ну давайте. Можем выключить видео, если вы стесняетесь. Ну, может, какой-то пример возьмем. Допустим, есть... класс какой-то, реальный объект. Студент. Ну, скидка, хороший пример. Да, вот скидка. Скидка, допустим,
У нас есть товар, у него есть цена базовая, и у нас есть там пару видов скидок по типу покупателя, оптовый или розничный, и, допустим, по промокоду. У нас есть текст какой-то, мы должны определить по этому тексту размер скидки. И вот мы можем, получается, сделать метод в самой модели товара, в классе товара, сделать скидку, а можем это же написать в контроле и установить просто цену товара в этот объект класса товара. Да, вот, пожалуйста. Мы в контроллере просчитываем скидку и записываем ее в объект товара. Или мы в объекте товар вызываем метод посчитай скидку. Вот. Он ее считает и сам себе записывает. Как лучше. В данном случае второй вариант звучит логичнее. Почему? Ну, потому что оно сразу все в модели инкапсулировано. И не надо контроллер использовать для этого. То есть у нас есть товар. И у нас есть метод, который взаимодействует с ценой товара, с полем товара. Зачем нужен контроллер в данном случае? Я могу, например, придумать такой момент, что нам не всегда нужно высчитывать эту скидку. Зачем хранить все время в товаре эту... Это драгоценное знание о скидках. То есть в других контроллерах или в других местах системы мы будем использовать этот товар без, не применяя скидки. Но тут ты должен сказать, тогда мы можем вообще два разных товара, две разных модели сделать, да? Одна со скидкой, другая без. У вас же было уже ООП, объектно-ориентированное программирование, да? То есть можно какой-то базовый сделать класс товара и потом унаследовать. Тогда все работает. Ну, отлично так. Да. Тогда тут нет и контраргумента. Ты классный аргумент. Хорошо, то есть момент хранения лишних функций, он значим на твой взгляд? Я думаю, что нужно понимать, где я, как мешающий человек, должен искать ту или иную логику, читать. Ну, как книжку, да, я должен, мне надо что-то найти, а у меня нет гугла. И я начинаю по какому-то оглавлению или перелистывая книжку, искать нужную мне информацию. И вот совсем неожиданно, если я найду ее в шаблоне, потому что я там искать не буду. Вот. Но, в принципе, я пойду первое место в контроллер. Почему? Потому что URL, по которому я буду заходить, будет вести именно на контроллер. И я буду все равно начинать чтение и изучение своего с контроллера. Что там происходит, когда я получаю запрос. Вот. А в модели, это такое какое-то независимое знание должно быть в модели, что я просто должен ее открыть и посмотреть, и вот понять, вот она вот это умеет. Значит, она будет постоянно это выполнять. И на самом деле нету единственного ответа, что лучше. То есть нужно брать конкретную ситуацию. Ситуации вообще разные бывают. И вот постоянно взвешивать эти плюсы и минусы, которые могут быть при том или ином подходе. Хорошо. Если мы с другой стороны посмотрим на критику подхода, где мы пишем часть бизнес-логики в контроллере, то какие негативные факторы именно в этом случае? Почему в бизнес-логику в контроллере писать не очень много?
Перво-наперво это все как бы в одном большом каком-то методе, да? Потому что один, грубо говоря, роут отвечает за один метод в контроллере. Если эта логика большая, соответственно и размер кода будет большой. И, ну, как обычно, чем больше код, тем больше мечта будет. Почему он большой? В контроллере происходит обязательная вещь, это обработка запроса. То есть извлечение из него каких-то параметров, валидация этих параметров. Правильный, там нам ID какой-то прислали, неправильный, правильный, username, password, неправильный. То есть валидация данных, которые пользователь ввел. И потом на основании этого начинается еще описание бизнес-логики. Зачастую это все перемешивается. Вот это инфраструктурный слой, который работает с запросом и бизнес-логика. И тогда начинается каша в самом голове самого разработчика. Вот это большой-большой минус. Самый большой, наверное, да? Да. Хорошо, то есть мы сталкиваемся с проблемой смешивания двух уровней. То есть контроллер имеет инфраструктурный уровень работы с HTTP. Частично этот уровень перекрывает роутер, он работает напрямую с HTTP запросом, как бы, да, вот, или с адресом. Вот. Но частично параметры, когда приходят в контроллер, контроллер тоже занимается тем же, как бы. Он тоже анализирует. Это инфраструктурная роль. Но если мы в нее добавляем бизнес-логики, мы уже два уровня смешаем. Но еще, наверное, мне кажется, тогда проблема, что если, вот правильный был вопрос, будем ли мы эту функцию скидки рассчитывать еще в каком-то месте? И вот если в том случае, когда нам эту бизнес-логику нужно повторить еще где-то, тогда контроллер вообще не вариант. Тогда в контроллере, если мы напишем... Ну, либо же скопировать в другой контроллер. И даже ID тебе скажет, братан, ты у тебя копипаст вот здесь. Ну, это мы так сейчас идеально обсуждаем, но взглянуть, если действительно там многие продакшн-системы, которые зарабатывают очень много денег, так там в нескольких вещах и сделано, да. Потому что пришел разработчик, ему как бы разбираться, какая rich model, fat controller, да, ему сказали сделать там такую же самую скидку. Он скопировал все и сделал, он получил свою зарплату, бизнес доволен. Вот, но... Ну, так лабы издают многие, понимаешь? Вот, да, но как бы хорошо, если он там через год уйдет и придет какой-то хороший переделать после него. А также, что он может на свои грабли наступить через 2-3 года. И да, так обычно бывает, когда смотришь даже свой же код, и думаешь, блин, как я так мог написать? Потому это все относительно, но нужно понимать, да, вот плюсы и минусы, которые могут быть. И вот в качестве контраргумента о переиспользовании в контроллерах делают отдельные классы, сервис-классы, которые там типа рассчитывают скидку, принимают на вход товар, рассчитывают скидку и выдают размер этой скидки. К примеру, там дисконт-калькулятор сервис. И в этом случае модель, данные разделены от класса, который именно вычисляет. То есть мы говорили вот в перерыве, что про Symfony, да, что у них такая архитектура работы с моделями, что их расширять неудобно. Это в силу как бы того доктрин этой ФРМ. И им пришлось, да, вот им пришло, они предлагают ввести в эту архитектуру AMVC, в скобках R подразумеваем, ввести еще одну прослойку сервисы. Или сервис-классы, да, в которой они предлагают писать всю бизнес-логику, а ORM оставить исключительно ORM, которая тупая, она только умеет записывать данные и получать данные. Вот. А умные вещи с этими данными делают вот эти сервис-классы. То есть у них получается еще один
Ну, наверное, для Symfony они молодцы, что так сделали. В Laravel можно спокойно модель расширять, и вроде имеем право как бы не создавать себе, усложнять архитектуру. Вот. Но опять же, есть какие-то нюансы. Вот, то есть, ну да, ты прав, понял, что это отдельная буковка получается в этом шаблоне UVC. Да, то есть еще один. А чем больше мы буквок себе создаем, тем мы себе как бы жизнь. То есть, в какой-то степени из-за этого МВЦ нам вообще тяжело жить. Можно писать один винегрет, PHP файл, там все писать. Сегодня же Леша говорил вам, что можно эхо просто и все, и выводишь. Там же SQL запрос, соединение с базой данных, все, и вообще все в одном. Очень маленькое такое будет. Классно так. Но это ужасно, когда большая система. Это вообще не работает совершенно. И нельзя разделить задачи. Поэтому здесь всегда, конечно, мы движемся по принципу сделать все максимально просто, но принцип KISS, знаете, да? Знаете по-английски принцип KISS? Keep, care, keep, eat, S, simple, последнее S, как это проводится? Плохое слово, наверное, не очень плохое, stupid. Типа, дурачок, делай все проще. То есть мы как бы должны, знаете, это мне кажется, собственно, нашел. Это мне кажется, что когда мы изучаем паттерн или ООП, такое классическое, хотя нельзя говорить про ООП, бо есть люди, которые говорят, зачем это ООП надо вообще, типа пишешь функции и все. Вот. Но 100% все это надо, но я имею в виду, что когда ты еще не чувствуешь, почему это надо, и ты пытаешься сделать идеально, как бы совершенно все правильно, и плодишь какие-то кучу лишних сущностей, то это как бы ты себе жизнь усложняешь. Вот. Но поэтому мы всегда должны балансировать на этом, но естественно мы здесь не предлагаем все писать в одном винегрете, в спагетти. Вот. Не, ну тут понятно, фреймворки придуманы, чтобы упростить жизнь разработчика. И это доказано, что жизнь упрощает. Можно запустить там, базовый свой сайтик за пару дней и с возможностью расширения. То есть написал на просто одним PHP-шным файлом на каждую страницу, тоже можно, мы достигнем своего результата, но мы уберемся то, что дальше мы не сможем расширять. Если мы на 100% уверены, что мы не хотим его дальше поддерживать и улучшать свой сайт, то на самом деле большой шквал критики на PHP он связан именно с этим подходом. Да, изначально тогда еще не было. Компания. Критика PHP связана с изначальным подходом, как раз то, что PHP позволяет все писать в одном, ну это как бы революционно изначально было, как бы. Вот. Но из-за того, что он не позволял нормального, не было идеи еще разграничения логики и представления, и люди, которые, скажем так, в силу вот пришел и так вот делает, что за это он и получал большую критику, как бы. Вот. Но сегодня, естественно, это все уже нивелировалось абсолютно, да. В прошлом вот есть масса разных фреймворков, которые нам помогают это все разграничить и себе упростить же, не усложнить, а упростить жизнь. Вот. Ну хорошо, какие вопросы есть по поводу толстых контроллеров, богатых моделей? Вот. Будем об этом говорить, будем говорить в следующий раз про модели, про бизнес-логику, поэтому готовьтесь, готовьте MySQL, там, проверьте, чтобы он у вас был, выполняйте команды, там, проверьте, поднят ли вас. А на лабу что будем делать? Да, на лабу, значит, еще раз, подготовить озвученные, значит, возможности Blade, темплейта, выполнить, то есть оно должно в себе содержать, что вы умеете вставлять переменные, которые вы туда передали, через вот здесь вот вы умеете эти переменные вставлять. Вы умеете for-ичем пройти по массиву, который вы также передали. Вы умеете сделать if. Вы умеете, что особо важно, отнаследоваться, иметь какой-то базовый шаблон и от него отнаследоваться. Это нужно обязательно сделать. Ну и как бонус со слотами, тоже прикольная фича. Вот, с компонентами, со слотами тоже можете поработать. На самом деле, там это все очень, не так уж все и сложно.
Вот, поэтому сконцентрируйтесь на шаблонах, вот, разберите их, а дальше уже будем двигаться к бизнес-логике. Окей? Если нет вопросов, то всем до новых встреч.